Всем привет, ребят. Ну что, сегодня будем пробовать проходить испытание 21-е. Новая локация наша. Скажу, тестил очень много, тестил разные сборочки. Сейчас вам покажу некоторые нюансы. Кто смотрел, как я проходил 20-е с Атлантом, к сожалению, на 21-м я так и не смог. Слить огнекрыло вот это нижнего. У меня сейчас даже он без этого, без питомца, но не буду переставлять. Сейчас мы включимся. Вот смотрите на огнекрыло. Он тут без оживы. Вот этот нижний огнекрыл. Но, к сожалению, как видите, не хватает уже здесь Атланта, чтобы он просто слился на Атланте. То есть Атлант даже включается, но огнекрыл просто на нем уже не сливается. Как видите, он с психощитом стоит. То есть он уже все, не сливной. Единственное, что здесь есть стрелок, который может слиться на Атланте. Можно там Атлантом начать танковать. Грубо говоря, он включается, выпускаете всех так же. Как видите, у меня здесь стоит заклинательница, но ее урона тоже не хватает для того, чтобы посливать героев. Здесь очень много героев-автопрокеров, и они просто тупо дают ответку. То есть гарпии, они сразу же понижают бафы, и на этом все заканчивается. Поэтому тут самый лучший вариант уже, скажем так, ставить сюда Анубиса. У меня, к сожалению, нету Анубиса с богом войны, поэтому я поставлю с железной волей. Ну, вы железную волю можете, в принципе, рунами поставить. И можно, как вариант, танковать, пробовать Атлантом. Как видите, здесь есть герои с разбросом. Почему именно с разбросом? Здесь есть даже Баба Зина, потому что я она с разбросом. Сделаю на нее отдельный обзорчик. Почему я ее использую? Потому что она массово забирает энергию. Также есть Рино, есть Бигфут. Одержимый тоже с разбросом для снятия бафа. То есть вот такой вот составчик. Я не использую здесь Купидона. Почему не использую Купидона? Ну, в принципе, для него, во-первых, места нет, а во-вторых, можно, в принципе, и без него попробовать пройти. Так, окей, поехали. Попробуем сейчас попытку. Вот у нас есть Атлантик. Можно, конечно, вместо Атлантика кого-то другого, но мы просто попробуем вот так вот, чтобы там стрелок слился у нас. Сейчас надо будет удачный заход сделать. Вот он включился, и пока вот можно даже с бабки стартовать. Вот тыковку слили, не успели. Вот как видите, Анубис совсем по-другому героя всех сливает. Почему именно здесь еще Бигфут? Потому что надо замораживать. Можно также Артику, у кого есть. Но опять же, Артика — это донатный герой. Я стараюсь проходить без донатными героями. То есть вот тут вот у нас появился шанс. Мы хоть сейчас можем на огнекрыло к нему дойти и посливать всех остальных героев. И есть шанс слить этого огнекрыла. То есть такой вариант. Можно, конечно, сюда еще и Фрейю взять. Как видите, там Атлантик у нас неплохо так продержался. Но опять же, мы их посливали. Ну, потому что мы убили, как мы убили только что героя, вы видите, что это, в принципе, самый такой оптимальный вариант. То есть несколько удачных заходов, и можно все это пройти. Сейчас будем пробовать это сделать. Заклинательница, она хороший, конечно, герой для подземок, но у кого есть Анубис, те знают, что разница между заклинательницей и Анубисом очень большая. Так, давайте так и попробуем сейчас стартануть с Анубиса. Вот Баба Зина, она здесь чем хороша, она просто не дает зарядиться всем ближним героям, плюс носит, так как у нее дальность атаки очень большая, но видите, огнекрыл включился, и все, он нас просто ушатал. То есть его надо застанить там, не знаю, забрать энергию, сделать все по максимуму, чтобы просто тупо хоть как-то можно было дальше пройти.
Самая большая проблема это вот этот вот верхний тактику у нас уже слили, как видите, он бьет зонально. Вот сейчас мы заморозили, отлично. Самое главное, чтобы дерево... Тут у нас тыковка умерла, мы тут уже ничего не сделаем. То есть такой вариант, там без огнекрыла, без некроса, без вольта, потому что эта подземка также проходится и с вольтом. Давайте так попробуем отсюда с атлантом забежать. Как вариант, огнекрыл может будет бить зонально, тоже сольется. Вот смотрите, как мы разогнались, вот все. Сколько я времени на это все потратил. Так, кто у нас там остался, кто нас сейчас может слить? Ну, Атлантик, видите, Атлантик нам реально помог. Атлантиком стартовать, и он у вас будет как танк. Это самый такой оптимальный вариант. Асура, видите, что асуры делают? Просто жесть. Так, кого мы там слить не можем? Все, отлично. Вот я фактически за 6 минут смог пройти без, ну, скажем так, не без проблем. Проблематично немножко эту подземочку проходить для многих будет. Но, опять же, Атлант, как видите, у меня здесь сожжевая прокачанная, ремка рунами, бабуля с разбросиком ожива, тыковка топовая, потому что разгон тут нужен либо воодушевление, либо исцеление, без разгона берсовая, к сожалению, тоже мучился. Есть варианты, но это вы потратите уйму попыток, но тоже вариант есть пройти. По поводу Анубиса, железная воля, бог войны, бастион, любой атакующий талант. Железную можно рунами, чтобы его не станили, чтобы побыстрее он снес. То есть Купидона здесь, как видите, даже не надо. Хранитель для быстрого разгона, одержимый для зональной атаки впереди, для снятия бафов, Рину для того, чтобы собран на урон, чтобы полностью забирать энергию, ну и соответственно зональный урон. Есть вариант проходить это все без Анубиса, можно, то есть я вам уже, может, в дальнейшем покажу, пишите в комментах. Вместо Анубиса поставить Рибета, который в принципе зонально будет бить, как и ваш Бигфут, как и Рину, то есть они будут по зоне сносить, самое главное, чтобы они задевали автопрокеров, которые будут давать сразу же ответку. То есть такой вариант тоже есть. Ну, дерево, соответственно, тоже соживой, как и Атлант, ремка рунами, потому что без дерева здесь вы никак не справитесь. Почему именно дерево, многие пишут, седно, ребят, дерево дает, давайте сейчас вам покажу сразу, или давайте расскажу за этих, ну, хранитель, вы поняли, Бигфут для заморозки, то есть для того, чтобы он огнекрыло там раз в секунду замораживал. Почему именно дерево? Где наше дерево? Вот оно. Оно прокачано на максималку, даже не на максималку, оно у вас дает, помимо того, что уменьшает, вот самое основное, оно уменьшает на 60% получаемый урон 7 дружественным героям. То есть 7 героев, которые у вас есть, они получают на 60% меньше. Можно сюда поставить еще Гаргула, он тоже будет уменьшать. Тоже как вариант, можно его использовать, но я просто как бы поставил немножко других героев, то есть вариантов прохождения есть много, то есть можно попробовать пройти заморозкой, можно попробовать пройти Сарой, чтобы он заблочил, но опять же учитывайте то, что они будут сливаться очень быстро. Здесь такие более-менее герои подобраны, как видите, с бастом, то есть я не брал там священный огонь, чтобы они вообще просто на изи все прошли. Вот по поводу дерева дальше, оно ресает сразу же 6 героев и 75% здоровья им дает. То есть вот это вот из-за этого дерево в этом плане намного лучше будет. Потому что седна, сейчас мы ее найдем. Вот такая вот у меня она уже со священным огнем. Пишите тоже в комментах, если хотите увидеть обзорчик, очень интересное. Наносит урон то такое, то есть оживляет 3 героя. 100% здоровья. Что такое 6 там, да, грубо говоря, или 7, неважно, я уже не соображаю, уже поздно. Все-таки решил вам записать видосик, как проходить. 75% в два раза больше героев. Вот ради этого, тут, конечно, она дает
одному союзному атаку на 100, а получаемый урон уменьшается на 60, на 3 секунды. То есть один герой получает атаку плюс 100, которая по сути тут не особо ему будет нужна, потому что тут больше деф нужен. И деф получает, плюс там восстанавливает, да, но для этого у нас есть ворожай для восстановления, плюс атаку он дает. А вот дерево чем хорошо, оно, если сравнивать, 6 героев, то есть 2 раза больше героев, 75% здоровья и 60% уменьшения также, но для 7 героев дает. Поэтому все-таки дерево будет в этом плане намного лучше. Плюс у дерева кулдауна нет, а у седны, я ее просто не часто использую. Так, себе в равном 3 дружественных героя. Кулдаун 3 секунды. Тут тоже практически нету кулдауна. Ну, она тоже, она классно дамажит там, бесспорно. Но здесь нужна больше защита. То есть есть вариант взять даже Гаргула того же. Там неважно какой у него. Он тоже 63% опять... Так, 63, наносит ближайшим противникам, также лечит союзников и снижает, получаем урон на 50. То есть всем причем. Тут нет уже ограничения, как видите. То есть вариант Гаргул тоже подойдет. Но опять же, это максимальная прокачка, у меня герои максимальные прокачки, тут некоторые есть. Без этого, как видите, было бы намного все сложнее, поэтому вы уже сами определяйтесь, я вам показал какой составчик, дальше уже чисто подбором под своих героев, потому что без этого никак. Ну, вариант здесь этой подземочки — это максимум разброса, заморозка и массовые герои, то есть там Анубис. Можно попробовать пройти с заклинательницей, но я вам сразу говорю, вы только научитесь, потому что очень будет сложно. Я даже потратил там попыток 100-200, но все равно я не смог слить автопрокера. Они просто по одному посливали, дошел до огнекрылов, но опять же, пока я к ним дошел, я потерял половину состава. Вот так вот, ребят, все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.